Ну а следующая участница, хорошо нам всем известна, Анна Павлова. Очень здорово выступала она на Олимпиаде, выиграла две бронзовые медали в команде и в опорном прыжке. И вот сейчас она выступает на бревне. Показывает, конечно. Вот мы говорим, девчонки маленькие или мальчишки маленькие выступают, для них очень ответственно, напряженно. Но я вам скажу, что когда выходит титулованный спортсмен, для него еще страшнее, потому что вроде как вот плохо выступить неудобно, а хорошо, может быть, в этот момент что-то не позволяет, либо форма, либо еще какое-то настроение, либо чуть-чуть какие-то другие причины. А объявляется Анна Павлова, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр. Конечно, мы уже смотрим на нее совсем-совсем другими глазами. А я вспоминаю олимпийские старты и вспоминаю ее слезы. Помните, все это было, да? Чуть-чуть ей не хватило до медали в многоборье. Чуть-чуть совсем. И она в итоге была четвертой. Тем спорт и жестокий. Здесь чуть-чуть не считается. Какие-то слезы не пришиваются никаким протоколом. Надо отстаивать свое место под солнцем. Но все равно мы должны сказать, что для Ани Павловой этот был год... Ну, он неплохой успешный. Год, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, мы на нее все-таки возлагали надежды на большие масштабы, так скажем. Потому что у нее все предпосылки, конечно, есть и присутствуют. И я еще верю в эту девочку, что она еще покажет, на что она способна. Она обязана выигрывать у тех...